Посольство Китая в Австралии осудило нападение на генконсульство КНР в Сиднее. Представитель дипмиссии отметил, что эта атака демонстрирует насильственный характер деятельности тибетских сепаратистов. В среду тибетские экстремисты штурмовали передний двор генконсульства в Сиднее. Один из них забрался на столб, чтобы сорвать флаг КНР, другая напала на сотрудника консульства. Австралийская полиция задержала 10 подозреваемых, 8 из них предстанут перед судом. Отреагировала на инцидент и само консульство. Это были действия злонамеренного характера. Они серьезно нарушили и местное, и международное законодательство, в том числе Венскую конвенцию о дипломатических отношениях и Венскую конвенцию о консульских отношениях. Это серьезный удар по престижу Китая, нарушивший нормальный порядок работы Генерального консульства Китая. Появилась серьезная угроза безопасности Генерального консульства и всего персонала. Этот инцидент вновь показал лживость так называемой политики мирного разделения, которую продвигают Далай-лама и тибетские сепаратистские силы.